По традиции, друзья, мы начинаем наше видео вот с такого пейзажа. Шикарная погода сегодня у нас. В море штиль. Обалденно. Приветствую, друзья! По вашей просьбе я приехал в центр города, а именно на тысячи мелочей. И сейчас мы с вами прогуляемся через дворы к дому, который находится по адресу проспект Ленина, 114. Следующей нашей целью будет дом номер 121 по этому же проспекту. Затем мы с вами прогуляемся через парк Победы, там, где находится самолет. И в заключении нашей прогулки я покажу вам новостройки, которые возводятся возле ЖК «Невский». Дома по проспекту Ленина 104 и 106. Меня также попросили показать эти дома со стороны двора. Дом по проспекту Строителей, 110. Чуть ниже, по правую сторону, дома по проспекту Ленина, 108 и 110. Объект – пенсионный фонд ДНР. Адрес – улица Зелинского, дом 27А. Вот так выглядел этот объект. И вот так он будет выглядеть после восстановления. Мы с вами подошли к дому 114 по проспекту Ленина. Сейчас мы на него посмотрим еще с другой стороны. Вот так выглядит дом номер 114 со стороны двора. В подъездах ведутся восстановительные работы. Вот это дом номер 108, следующий 110. За этой пятиэтажкой дом номер 33 по Зелинского.
Везде ведутся восстановительные работы. Зелинского 30. Зелинского 33. Зелинского 33 с другой стороны. Видно, что в этом доме восстанавливали пролеты, заливали цемент. Здесь в комнатах видно, выкладывали стены. Следующая наша цель — дом по проспекту Ленина 121. И он стоял возле этой девятиэтажки с правой стороны. На его месте все еще котлован. Ничего не возводят. Поэтому идем с вами дальше. Дом по проспекту Ленина 123А. Помню, мы с вами проходили мимо этого дома летом, и он был весь черный. Постепенно объект приводится в порядок. Да, дома уже не узнать. Выглядят совсем иначе. Здесь во дворах возводится новострой. Проспект Ленина, 123. Мы с вами подходим к парку Победы. В парке будем гулять, как потеплеет. И сейчас мы с вами переместимся уже на новостройки. Это район АС-2. Мы с вами подходим к новостройкам. С левой стороны раньше был эпицентр. На этой площадке был сельпо, ОБИ. Здесь появилась новая остановка. Все это ЖК Невский. А с левой стороны ЖК Изумрудный.
Итак, друзья, Мариуполь постепенно возрождается. Всем мира и добра. Пока.